Представляю вам судейскую бригаду титульного поединка. Боковые судьи Серджио Сильви, Италия, Франциско Айоза Росса, Испания, Николас Идальго, Венесуэла, рефери Иракли Малазония, Россия, супервайзер WBC Оксана Семенишина, Литва, супервайзер Федерации бокса России Сергей Хурсанов, Россия. Представляю вам соперников. В синем углу боец из города Волгодонск, ему 35 лет. Рост 189 сантиметров, вес 90 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд 28 боев, 24 победы, 23 из них одержаны нокаутом, 4 поражения. Экс-чемпион WBC Silver Дмитрий Кудряшов! Его соперник в красном углу, боец из города Екатеринбург, ему 30 лет. Рост 196 сантиметров, вес 90 килограммов, 650 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев, 8 побед, 6 из них одержаны нокаутом, 1 поражение. 14 номер рейтинга IBF, олимпийский чемпион Евгений Тищенко! На середину. Соблюдайте правила, внимательно слушайте моей команды. Пожмите руки. Удачи. По углам. А возраст, а рост, вес бойцов на ваших экранах на 7 сантиметров выше Евгения Тищенко. Но, знаете, сейчас мы так посмотрели, когда они были в центре ринга. Не сказать визуально, что сильно лучше Евгения. Да, действительно, Евгения. Соглашусь, что это прям Дмитрия такая Кудряшова. Колоссальная большая разница в росте. Ну что ж, русская кувалда начинает джеб. Быстро. Джеба в корпус. Но многие говорили, специалисты, что будет так начинать именно с дистанции. Хорошо, два ответа от Евгения. Ну и посмотрим, какую работу над ошибками сделали оба. И Кудряшов после поражения от Евгения Романова, да, и особенно Тищенко. Слышали, что очень большое количество, все стоит на камне этих боксеров, очень многое точнее. Разговаривал я, кстати, тоже еще с одним профессионалом. Он сказал, что предварительно 80-20 в пользу Тищенко. Главное сейчас там первые 6 раундов ничего не пропустить серьезно. И потом уже можно работать. Посмотрим. Посмотрим. Разрез попадает Евгений. Ну, Дима однозначно вышел вырубать. Я думаю, тут многие со мной согласятся. Ну, у Дмитрия вообще там такой стиль очень доминирующий. Панчер. Очень панчер, такой, панчер. Да. Мы знаем, что во многих поединках в углу подсказывают, это бокс, и не надо просто драться. Ну, кстати, наверное, Жене здесь чуть-чуть даже повезло в том плане, что Дима, возможно, не такой быстрый, как Таби Самчуну. Более бьющий, но не такой быстрый, так скажем. Ну, по крайней мере, пока. Подбирается, пока. подбирается. Там Дмитрий Кудряшов. Делает замечание Тищенко, Малазония, Ираклий. Тищенко много выбрасывает, очень ударов. Все правильно. Хорошо для него. Все правильно. А Дима ищет момент, чтобы воткнуть самому. Пока джеб в корпус. Левый боковой вовод блока от Тищенко. Тут он пользуется рычагами на дистанции. Хороший джеб от Тищенко. Отличная комбинация. И дослаивает вторую атаку и попал там справа. Евгений Тищенко. Ну, Кудряшова таким пулеметом не удивишь. Он ждет своего момента. Он ждет своего момента. Формула поединка 10 раундов. На кону пояс WBC International, вакантный. Так продолжают Евгения Тищенко двигать по версии WBC. Пояс с Табисом Чуну был за WBC Silver. До этого были пояса WBO Intercontinental у Евгения. Ну вот, кстати, Дмитрий Кудряшов в свое время также дрался за WBC Silver и тогда проиграл Макбаев. Нокдаун! Нокдаун, считает Дмитрий. Он говорит, Дмитрий, что оступился здесь, но рефери Ракима Лазони открывает счет. Другое дело, что это конец первого раунда, но Тищенко не полетит добивать, скорее всего. Хотя сейчас так выбросил пару силовых ударов Евгений. Хорошо, но джебом так щелкнул здесь Евгений.
переход от Евгения Тищенко в начале второго раунда. Дмитрию Кудряшову уже нужно что-то делать поактивнее, с учетом нокдауна. Хорошо, сейчас заряжает с дальней руки Евгений. И вкладывается в удары. Да, многие предполагали, что в первых раундах как раз таки вот так будет идти вперед Дмитрий. Ну, возможно, Евгений Тищенко подумал, что сможет. А вот это было попадание. Да, подогнулись ножки уже у Евгения. Да. Кудряшову нужно развивать успех. Развивать, больше выбрасывать. Есть ли силы? Удар в туловище от Дмитрия. Отвечает Тищенко. По-моему, пришел в себя Евгений уже. Так, немножко подразорвал дистанцию. Вспомнил Женя про джеб. Ну а Диме нужно сокращать дистанцию и работать. Отлично попадает снова джебом Евгений. Здесь не достал справа Дмитрий Кудряшов. И пока такое ощущение складывается, что по скорости все-таки значительно есть преимущество у Евгения. Да, успевает он очень многое. Ну, либо Дима не включился еще, хотя, в принципе, он никогда не был супербом. Опасно. Опасно. Два удара в блок. Приклеивается здесь, конечно же, Тищенко. Двигаться. То, что нужно Евгению. Джеб. Ух, Кудряшов начал. Начал работать. Начал чаще выбрасывать вот этот свинг справа. Нельзя застаиваться здесь, конечно же, Евгению. Отвечает он по корпусу. Хороший апперкот. И еще раз. Еще один туда же. И хорошо сейчас еще раз. Кудряшов берет длинную такую паузу, начинает защищаться, много вытягивает, пытается на себя. Свинг справа от Дмитрия Кудряшова. Хорошая снова серия комбинация от Евгения. Хороший апперкот слева. Чистый. Чистый и точный, да. Снова хорошая комбинация от Евгения. Ну, слушайте, пока что бой оправдывает вообще все ожидания. Это не какое-то джебофехтование, да? Здесь силовые удары со стороны Евгения Тищенко. Бой-то зрелищный. Вот так заряжается на правую руку здесь Дмитрий Кудряшов. На месте руки там у Евгения. Отзащищался Тищенко. И уже первая гематома под левым глазом у Кудряшова. Это чисто от пропущенного удара, коллега. Хорошо сместился, подзакрутил Тищенко соперника. Джеб и в корпус слева. И повторная атака бы не помешала Евгению. И подгон свинг справа от Кудряшова. Двойной джеб, сдвоенный джеб и справа, и больше ничего не делай. Вот такие были наставления в углу Дмитрия Кудряшова. Посмотрим. Обменялись сейчас ударами. Ну, Евгений Тищенко, вспоминай про джеб тоже. Хорошо, сдвоенный джеб и тут же в корпус от Евгения. Здесь не донес удар справа Дмитрий Кудряшов. Есть у Димы небольшая такая проблема. Удар у него убойный, но вопрос с донесением удара встает периодически. Так, хорошо продернул, так скажем, своего соперника здесь Евгений на ногах. А вот и правый прямой от Кудряшова. Как мне показалось, больше по защите было. Сейчас серия по защите уже от Тищенко. Джеб попадает Евгений. Первую минуту третьего раунда вроде как хорошо активизировался там Дмитрий Кудряшов. Хорошо. Джеб от Тищенко. Дима взял паузу. Хорошо, Тищенко. Попал Евгений. Двоечка. Так прошил, надо сказать, своим прямым защиту здесь Дмитрия. Но не может пока Дима выйти на удобную дистанцию и зацепиться за Евгения. Зря взял паузу Тищенко, мне кажется. И дает подойти Кудряшову. Не держать. Клинч. Инициатором клинча является, конечно же, Евгений в данной ситуации. Подойди и ударь. Бить справа. Хорошо, подсказывает Кудряшову. Два удара, один из которых апперкот от Евгения. Апперкот вообще, в принципе, такое хорошее оружие по ходу этого поединка, как мы видели. Двойной джеб,
выцеливает очень долго, выцеливает для себя Дмитрий Кудряшов, но пока какого-то развития после этого нет. Ох, хорошо сейчас попал слева Тищенко. Так в разрез успел опередить за секунду до начала атаки. Так сбил даже на атаку Кудряшова. Кудряшов плотно встает на ногах. Видимо, планирует сейчас поработать тут. Промахнулся. Хороший удар. Вот, попался сейчас. И сам боковым бросал очень опасно. Будет ли спуск от Кудряшова в концовке раунда? Вот в чем вопрос. По идее, нужно здесь что-то сделать Дмитрию. Но пока не дает Тищенко. Да, там защищал, убрал голову от этих ударов Кудряшов, но сам ничего не сделал при этом. Покажи капу. Капу покажи. Бакс. А у нас тем временем четвертый раунд. Приближается дело к экватору потихонечку. И нужно отметить, что оба бойца проходили дистанцию не то что в 10, в 12 раундов. Поэтому, по идее, с функционалкой должно быть более-менее. Ну, по крайней мере, из того, что я увидел у Тищенко, он проиграл мячу, но не устал. Не устал, хотя и проиграл. Ну и Дмитрий в предыдущем своем поединке провел 12 раундов. Правда, немножко в другом весе. Потяжелее. Да. С Евгением Романовым, бриджер-вейт так называемый. Не достает справа сейчас Дмитрий Кудряшов. А вот слева попал. Не забывает про плечо. Есть, кстати, время. Есть время у Тищенко. Берет Кудряшов паузу. Есть время у Тищенко подготовить контратаку. Вот сейчас по корпусу достал Евгений Дмитрия. И пока так действительно обстреливает, обстукивает. Да, так монотонно так с дистанции расколачивает сериями. При всем при этом Кудряшов пока... Он ждет, выцеливает. Он ждет, когда, может быть, потерять концентрацию Евгений, либо когда джеб станет чуть-чуть поленивее, тогда можно будет сконтрить. Но при этом большое количество ударов Дмитрий принимает на себя. Ну как сказать, где-то он уходит. Где-то уходит все-таки. Пропускает он больше, чем доносит. Да, пожалуй, да. Тут соглашусь. Ну, все-таки длина конечности, да, и правильно ими пользуются, тут нечего сказать. Ну и Кудряшов по скорости не мчу, ну да? Давайте уж честно. Стиль совсем другой. Все-таки панчер есть панчер. Он с одной стороны есть преимущество этого стиля, с другой стороны где-то он даже заложник своего стиля. Все пока неплохо складывается для Евгения Тищенко в этом бою. Отлично. Джебом сбил атаку своего соперника. И левый в корпус. Вот уже из угла активно подсказывают Дмитрию Кудряшову, что действительно очень сильно он пережидает, очень большое количество ударов он принимает на себя. А выше бей. Подсказывают, подойди ближе и ударь право. Да, Кудряшов, но и все. Но заметьте, насколько, да, не быстрый был тот удар, и его Евгений Тищенко видел. Отличается комбинация, да, Евгения. Еще несколько комбинаций от Евгения. Ну, в этом поединке, можно сказать, даже Евгений пулемет Тищенко. По сравнению с предыдущим боем. Ну и опять-таки префразирую. Капа. Не спеши. Бакс, бутылка. Наслаивай, вторая половина боя за тобой. Такие были наставления от Мирхакима Сабурова и Евгению Тищенко. Джеб, шаг назад и бей слева. А не дает подойти Кудряшову Тищенко к себе для того, чтобы врезать. Прекрасно, Женя, вот там был эпизод, кстати, выбросил дальнюю руку правую Дмитрий и тянулся.
не очень плотно, не очень акцентированно он это сделал, правда. Вот как ты считаешь, коллега, динамит в перчатках у Кудряшова еще остался? Или все-таки вот эти удары, даже которые он доносит, они немножко затянутые и такие уже чуть-чуть ватные где-то, как ты думаешь? Коллега, у Дмитрия были и моменты, когда и в 7-м раунде он одерживал досрочную победу, но мне кажется, чем далее, в более поздние раунды заходит, хорошо, как попал Евгений сейчас в корпус, тем меньше сил остается у Дмитрия Кудряшова. Все-таки очень много ударов пропускает, принимает вот защиту. Сейчас удар подразрядится Тищенко. Уже на выбор здесь практически. Но Дима может воткнуть, в принципе, все-таки может воткнуть, поэтому Женя здесь очень аккуратен. Снова хороший удар в туловище от Евгения. И здесь после удара в туловище хорошо бы удар в голову. Удар в голову. Там, потому что же, Дима опускает руки, и здесь, по идее, да. Но ощущение, что очень сильно успевает за своим соперником сейчас Дмитрий Кудряшов. Он вроде где-то начинает реагировать, но уже не хватает ему скорости и реакции, видимо. А ее хватало раньше? Но были моменты, когда вот тут сейчас попал справа Дмитрий. Ну вот опять смотри, раз и даже здесь не достал Дима. Подойди поближе, ну попробуй подойти. Пока Дима подходит поближе, он уже успевает насобирать голову. Да, Евгений очень много выбрасывает ударов, накидывает очень много легких ударов. Хороший удар дальней руки снова. Конец 5-го раунда. И складывается такое впечатление, что Дмитрий Кудряшов по стилю пока удобен Евгению Тищенко. Несмотря на свой пушечный удар. Да, 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 да. Которого мы тоже вот пока не видели в этом поединке. Слушай, но вспомни бой Урванова против Отто Джозефа. Я, конечно, не хочу там такую прям совсем аналогию проводить, но в принципе то же самое. Единственное, что может быть менее разнообразен Тищенко, особо там не выпендривается. Снова сдвоенный джеб от Евгения. О, хорошо, сейчас передней рукой попал в данном случае правый Тищенко. Вот. Справа попадает Дима. Нужна концовка Кудряшову. Поединок он проигрывает. Давайте называть вещи своими именами. С учетом нокдауна в первом раунде. Тем более. Сам работай, сам работай. Очень активно подсказывают из угла Дмитрия Кудряшова. Но... Бакс. Шестой раунд. Сразу с туловища начинает здесь Дмитрий Кудряшов. Вот вроде бы просыпается, но тут же получает в ответ. Быстро. Быстро. И, пожалуйста, еще раз. И еще раз. Туда точно. Же попадает, да, Евгений. Хороший апперкот. Вот как-то не спасает Диму от пропущенных ударов. Ни маятник, вот этот, ни попытка шолдер-роллера. Вот, пожалуйста, прошивает защиту здесь, удар слева. И еще один. Быстро, много работает. И точно. Тищенко, да, и точно. И не дает подойти и врезать он сопернику. И вот этот общий тоннаж, он начинает сказываться. Заметьте, насколько так подзаметился снова Дмитрий. Хорошая комбинация снова от Евгения. Пока все хорошо у Тищенко складывается в этом поединке. Причин для меланхолии нет, но все равно быть нужно на чеку. Дима, даже несмотря на то, что бой проигрывает, он по-прежнему опасный панчер. И, коллега, мы знали с тобой примеры в мировом боксе, когда человек, который безнадежно летел по очкам, наносил один точный удар, и это переворачивало игру, так скажем. Но опять тяжелый удар с дальней руки сейчас попадает Евгений. Снова сдвоенный джеб от Тищенко. Вот, попал слева Кудряшов, но да, один удар точно за раунд пока что. О, хорошо сейчас вложился Тищенко в двойку. Подожми, подсказывают из угла Кудряшову, но не получается. Пока не получается у него, ему не получается пройти вот этот джеб. Тищенко все правильно делает. Вот этот джеб, он сбивает начало, ну, так скажем, немного. Очень долго защищаться, вот так вот головой уходить то в одну, то в другую сторону Кудряшов. Не особо это помогает, если честно. Начинает бросать по туловищу. Да.
О, попал справа. Ну, опять второй удар за раунд точно. О, хорошо, сейчас справа боковой. Евгения. От Евгения Тищенко. Махни справа, подсказывают. Махнул. И получил тут же в ответ серию. Заканчивается у нас шестой раунд. Ох. Валидольный бой, наверное, для поклонников просто Дмитрия Кудряшова в первую очередь. Капа. Капа. Макс. Седьмой раунд из 10 запланированных. Пытается поджимать Дмитрий Кудряшов. Тут же отвечает хорошей серией и добавляет в повторную атаку Евгений Тищенко. Бабах. Бум. Когда будет Кудряшов бить в этом раунде? Вот в чем вопрос. И сколько осталось сил вот на эти атаки? Да. Это же нужно еще подойти, а пока это не удавалось. Ну Дмитрию. И момент тоннажа накапливаемый. Накапливающий. О, все, извините. Да, мы знаем, момент что тоннажа никто не менял. Евгений очень хорошо, в принципе, функционально готов был это в предыдущем. Да, 12 раундов он может работать вот в таком вот темпе. А тут всего 10. А тут всего 10. Ну, Дима, соберись, но Дима... Пропущенный удар там от Дмитрия Кудряшова. Дмитрием Кудряшовым. Не знаю, куда должен собраться Дмитрий Кудряшов, но пропускает он очень много уже. Да, и катастрофически мало для себя выбрасывает ударов. Очень, да, и это очень проблема мало для него. Он не может сократить дистанцию, он не может подобраться подойти на нужную для себя в те моменты, когда он прорывается, каких-то таких дивидендов из этого он извлечь не может. Вот, взял паузу Тищенко, где заполнение Кудряшова? Нет заполнения, и тут пожалуйста же два джеба точно снова от Евгения. Я думаю, что Дима все-таки уже, ну, не то чтобы очень, но изрядно подустал все же. Без сомнения, остается конечно впечатление такое, честно. О, вот! Вот, копил силы, попал. Мало одного удара. Да, и Тищенко так достаточно свободно перенес этот удар. Мы вспомним первый раунд, когда тоже Дима попал, так вроде попятился Тищенко, но выдержал. Вот к вопросу, да, о том, что если Дима попадет, как справиться с этим мощным ударом Евгения Тищенко? Знаете что? Пока справляется. Ох, как плотно туловище пробивает Евгений. На выбор прошла просто серийная работа. Пулеметная работа от Тищенко. А кувалда пока мимо наковальни. И то очень редко. При всем уважении к Диме, в этом бою смотрится не очень хорошо. Ну, надо по правде сказать, наверное, пока до этого момента ни один из раундов он, наверное, не забрал. С учетом того, что в первом раунде, да, ему был еще отсчет нокдаун. Вот, попал. Сейчас, но уже чувствуется, что он не так много сил ударил Дмитрия осталось. Все-таки большое количество ударов. Он сейчас остро бросал тут. Но мимо. Дмитрий Кудряшов, но мимо, да. Макс. Восьмой раунд. Промазал Кудряшов. И тут же Тищенко выдает серию. Пожалуйста. Работать надо, бить надо. Вот такие были простые, нехитрые подсказки в углу у Димы Кудряшова. Ну, действительно надо бить. Там за предыдущий раунд сколько? Два или три удара всего Дима нанес. То есть снова хорошая комбинация от Евгения. Олимпийская школа бокса. Ну да, так серийно перебрасывает, перестреливает здесь своего соперника. Но Евгений, ты знаешь, я не скажу, что Евгений тут шлепает, он в удары вкладывается. Бьет, и это слышно по звуку, и чувствуется, что так. И как голова дергается у Димы. Физически, да, подприбавил, видно, что поатлетичнее стал все-таки Евгений. Ну, и от него комбинация. Коллега, говорил ты или не говорил насчет удобства стилистической Дмитрия Кудряшова и Евгению Тищенко? Да, мне тоже показалось, что вот тут мы говорили это раундов несколько назад, что действительно, видимо, очень-очень удобен по всем своим манере ведения боя Дмитрий Кудряшов именно для Евгения Тищенко. Действительно, хороший вопрос от тренера. Вот так вот зарядился, но очень откровенно уж зарядился туда на правую руку, что это было видно. Ну да, я думаю, Тищенко видел этот удар.
осторожно, немножко забегаю вперед, но скажу так, рискну, кому-то ж надо. Будете потом меня обвинять во всем. А поражение Кудряшова спасет только нокаут. Все. Даже несмотря на то, что еще 8-й раунд. О. А это иногда даже больно смотреть, если честно. Вот, правую кинул, но мало одного-то удара. Те удары, которые Тищенко пропускал от Кудряшова, он с ними справлялся, он их кушал. Вопрос о том, как держит Тищенко. Пока что держит очень неплохо. Ну, Евгений очень грамотно, конечно, смещается на ногах. Постоянно немного закручивает. Джеб, и вот он закручивает с этим джебом. Нам показывают Мирхакима Сабурова. Первый бой под руководством Мирхакима у Евгения Кудряшова. Евгения Тищенко, простите. И сейчас Евгений сместился вовремя в тот момент, когда уже практически выбрасывал правый прямой здесь Дмитрий Кудряшов. Евгений Тищенко вовремя сместился и... Ох, удар Дмитрия пролетел мимо. Хорошо. Ну и тут, конечно, значительная разница в том, как кто готов функционально. Мы видим, что, ну, да, надо сейчас сказать, уже к 8-му раунду на голову лучше готов функционально именно Евгений Тищенко. То есть, я думаю, если бы мы увидели статистику с вами, то это был бы колоссальный разрыв. Даже не в количестве выброшенных, а в количестве донесенных ударов. Тайм. Дождем 9-й раунд. Последний. Да, Дмитрий Кудряшов только что на ваших экранах, Евгений Макс. Тищенко, на кону пояс WBC International, первый тяжелый вес, это даже сейчас уже и просто тяжелый, до 90 килограммов 700 граммов. Работает джебом Евгений Тищенко, хорошо, как хлестнул с передней руки боковым Тищенко. Амплитудный, да, боковой. Вроде джеб, а потом раз сбоку и точно причем. Все получается у Евгения в этом поединке. Да, даже нокдаун успел оформить. Может быть флешка, но тем не менее нокдаун есть нокдаун. Опять так передней рукой постоянно мешает, постоянно забрасывает здесь Евгений. Но не дает прицелиться, не дает как бы оформить атаку вот этим джебом. Да, и вот эти одиночные удары своего соперника всегда видит все-таки Евгений. Попал там мимо в предыдущем эпизоде, но мало. Попал, да, и чувствуется, мало, что уже мало. Не так плотно, да. Ну а у самого Дмитрия Кудряшова мы видим такие достаточно большие гематомы уже и под левым, и под правым глазом. И это не от столкновения головами. Бой вообще практически чистый. Мы да, почти не видели клинча. Это и хорошо для зрелищности, кстати. Ой-ой-ой. Какая двойка. А здесь повторная бы атака не помешала Евгению. О, бросил правый. Одиночный, но все видит тут. Евгений смещается. Такой, знаешь... Ох, такой почтальон, мне кажется, чуть качнуло. Да, да. Если перефразировать классику, это такое, знаешь, хождение по мукам. По сути. Ну вот вспомнил про джеб Дмитрий Кудряшов, не поздновато ли? Через джеб он пытается подойти поближе и врезать. Вот, есть левый удар. Ну, мне кажется, так. Поздно проснулся, мне кажется. Спокойно перенес это Евгений. Да, Женя те удары, которые Дима пропускал, кушал, не морщась. К вопросу одержал. Меньше минуты остается до конца 9-го раунда. Бах-бах, и все в цель. И еще туда же. Ноги подсказывают из угла здесь Евгению Тищенко. Тут же начинает он немножко закручивать. Бьет джеб на отходе. Двоечка. Джеб. Попытался что-то сделать Дима, но успел до этого пропустить. И сейчас еще раз пропустил. Ну и да, прям такие гематомы. Совершенно ты прав, коллега. И все от ударов. И все сугубо от ударов. Заканчивается 9-й раунд. Вот справа бросил удар Дима, но... Поддержим бойца! Подойдите ко мне. Финальный раунд. Чисто поработайте. Бакс! Но под правым глазом, да, у Дмитрия Кудряшова прям серьезная гематома. Ох, какая серия. Тут разряжается Евгений Тищенко. Промазал на скачке Кудряшов. Тут же серия от Тищенко.
Да, функционально Женя готов отлично. Просто отлично. Вот такие 4-5-ударные комбинации он выбрасывает в начале заключительного 10-го раунда. Вот, кое-что удалось и Диме Кудряшову. Но нужно работать. Все по защите. Стоп, команда. Нельзя. Мне показалось, что удар все-таки точный был. Бакс. Подходи, работай. Последний раунд. Один вариант. Попасть и добить, если получится. Но Женя Тищенко тоже прекрасно поднимает это. И, пожалуй, шансов постарается Диме Кудряшову не дать. Ни в коем случае. Джеб в корпус от Кудряшова. Хорошая комбинация снова, да, от Евгения. Ждет. Левый, правый, Дима. Ну, честно говоря, тут комментировать, но, понимаете, да. Попытался, да, взорваться. Кудряшов, но тут же отвечает Тищенко. Евгений видит все эти атаки. Да. Хорошо, здесь Евгений Тищенко. Промазал. Еще раз туда завалился с левым боковым, и у нас клинч. Бакс. Ножки поживей, подсказка от Мирхакима Сабурова Евгению Тищенко. Джеб-джеб-джеб. Стук-стук-стук. Тук-тук-тук. Пошла заключительная минута у нас поединка. Да. Вот так вот выбросил правый прямой Дмитрий Кудряшов, но не точно. Хорошо, пошел с передней руки. Да, на встречу справа Тищенко. Пытается так немного под концовку раунда рискнуть Дмитрий. У него нет других вариантов. Вопрос, остались ли силы и как с прицелом. С прицелом не очень, судя по всему, к сожалению, для Димы. Ну, на выбор работает, да. Тищенко. Прям просто на выбор. Последние буквально секунды поединка. Не попал здесь Дима. Снова левый сбоку мимо. И точно в лоб работает. И в лицо Джеба. Евгений Тищенко. Уважаемые дамы и господа, итак, поединок прошел всю дистанцию. По окончании 10 раундов обратимся к судейским запискам. Судья Серджио Сильви 99-90. Судья Франциско Айоза Росса 189. Судья Николас Идальго 189. Единогласным решением судей победу одерживает и становится новым чемпионом WBC International Евгений Тищенко. Ну что ж, наши поздравления Евгению.